Приветствую вас. Смотрите, в ситуации есть как бы две стороны, да? Вот. А вы и, собственно говоря, ваш мужчина. И у мужчины есть какие-то свои трудности, проблемы, переживания, какие-то свои страхи, по-видимому, по всей видимости, есть страхи. И у вас есть какая-то вот неуверенность в себе, да, тоже может быть страх остаться одной и так далее. Вот. Давайте разбираться. Общаемся почти 5 месяцев, но я до сих пор не понимаю, что мужчина испытывает ко мне. А зачем вам понимать, что мужчина испытывает к вам? Зачем? Вы к нему сами что испытываете? Вы его любите? Если любите, старайтесь сделать его счастливым. И все, если вам это не тяжело, если вам это не напряжно, если вам это, я не знаю, не вызывает у вас какого-то истощения, жертвования и так далее. Да? Просто возьмите и как бы действуйте. Действуйте. Зачем вам знать, как мужчина к вам относится? Для чего? Что вам это даст? Далее, с первого дня нашего знакомства мы каждый день общаемся, если не видимся, то на связи постоянные переписки, видеозвонки. Вы пишете, что у вас в отношениях есть секс. Как давно он у вас начался, опять же, почему вы позволили мужчине и себе вступить в интимные отношения, если у вас все так неопределенно, по вашему мнению? Вот. Ведь секс, по сути дела, значительно снижает мотивацию мужчины с вами сближаться. А зачем? У него уже все есть, у него есть, у него есть вы, у него есть интим, да? У него есть ваше общество, ваше общение. И как бы ему больше ничего особо и не надо. А вы, опять же, изначально зарекомендовали себя так, что вроде как принимаете его позиции, вроде как позволяете ему с вами это делать, и все. То, что вы живете с сестрой, а он с семьей друга, то есть нет места, где бы вы могли проводить много времени вместе, это ничего не значит. Опять же, если бы мужчина хотел, это место было бы. Но вы же ухитряетесь где-то как бы иметь интимные отношения. Значит, все в порядке, мужчине больше ничего не надо. Ради чего мужчине такое общение, если он открыто может сказать, что боится серьезных отношений? Они мешают работе, отвлекают опыт его прошлых отношений, но при этом не может сказать, какие чувства испытывает ко мне на данный момент. Значит, для чего мужчине такие отношения, как бы спрашиваете вы? Ну, я бы сказал для чего такие отношения вам, в первую очередь,
а не мужчине. Потому что то, что у мужчины в голове, мы как бы знать не можем, мы не телепат. Вот для чего вам эти отношения, мы узнать вполне можем. Есть предположение, что мужчине эти отношения удобны. Он боится ответственности, не хочет отвечать за вас, как за пару, но при этом, в общем-то, да, всячески стараются от них откреститься, да, то есть они мешают работе, они отвлекают, там, и так далее. Ну, вот, во всех отношениях неудобны. Но при этом они дают ему, что общение с вами, при этом они дают ему, что интим, и при этом они дают ему, как бы, почувствовать себя все-таки мужчину. И плюс, скорее всего, вы ему нравитесь. Ну, то есть какая-то привязка эмоциональная есть к вам. Другое дело, что ее явно недостаточно для того, чтобы мужчина пошел на что-то более серьезное по отношению к вам. Далее. При этом он не может сказать, какие чувства испытывает ко мне на данный момент. Опять же, зачем вам это? Вопрос уже прозвучал. Дальше. Мужчина может и не знать, какие чувства у него к вам на данный момент. И когда вы его, когда вы с ним об этом разговариваете, его это раздражает, потому что вы на него давите этим. А мужчина не любит, когда на него давят. Вот, он постоянно делает шаг вперед и два шага назад. Ну, это может свидетельствовать либо о его страхе близких отношений, либо о манипуляции, либо о нерешительности, неуверенности. Вот. Что именно, опять же, выбирать вам, потому что это ваш мужчина, мы его не знаем. Вот. Ну, насколько он сознательно тормозит развитие отношений, это опять же еще вопрос. Но если это действительно так, если он действительно сознательно это делает, значит, его все устраивает, ему все удобно. И шаг вперед он делает для того, чтобы к себе вас привязать, а тормозит развитие отношений, чтобы самому не отвечать за то, что вы хотели, ну, за то, что ему не хочется. Вот. Есть моменты, за которые я цепляюсь, а именно мы не скрываем наших отношений, его друзья знают про меня, мое окружение тоже знает, что у меня есть парень, но также в наших отношениях нет. Не хочу вас расстраивать, но это просто иллюзия, то есть это вот как, они знают, что его друзья знают про вас, но вы, они также могут и забыть про вас очень быстро, потому что вы для них как бы никто. Вот как и ваше окружение, тоже она знает, что у вас есть парень, но это именно парень, понимаете, статуса-то нет. Да, есть какой-то друг, но сегодня это друг, а завтра это уже друг, понимаете. Но я боюсь, что есть параллельное общение с кем-то еще, когда он не со мной, и когда пропадает и не отвечает мне долго. А почему боитесь? Это ревность, это неуверенность в себе, это страх. Что? Почему боитесь? Ну, если человек действительно общается с кем-то еще параллельно, а вы его любите, ну, старайтесь сделать его счастливым, насколько это возможно. Со временем все это раскроется, и вы поймете, что мужчина не ваш. А если вы как бы делаете это все для того, чтобы получить что-то для себя, например, тот же статус, который отражает, например, вашу значимость в глазах общества, то имеет смысл подумать о том, как бы вы эту значимость смогли бы реализовать самостоятельно сперва, а уже потом вступать в отношения. Потому что здоровых взаимодействий между мужчиной и женщиной, основанных на страхе, быть не может. И на ревности, и на неуверенности в себе быть не может. Вы для него либо самое лучшее, либо он вас не ценит. Просто не ценит и все. Понимаете?
Потому что, ну вот, когда он не со мной, логично, что он не может быть с вами всегда. И что, вы всегда будете бояться? Это же ненормально, правильно? Если вы боитесь, значит, это как-то задевает вас. Если это как-то задевает вас, значит, речь идет именно о вашем личном пространстве, о ваших желаниях. И они, эти ваши желания, да, они связаны именно с тем, чего вы хотите. И мужчина здесь ни при чем. Далее. Он пишет и звонит всегда первый, но почти всегда. Был момент, когда мы не виделись 2 недели вообще, впервые за 7 месяцев. Так, ну а вот то, что вы написали, что он звонит и пишет первый, почти всегда. Это вы к чему? Как бы это вы свою позицию так вот обрисовали, да, что у вас вот такая позиция, что он всегда первый звонит, он инициатор. Вот так, это какая позиция? Это позиция ведомой или позиция равного? Если это позиция ведомой, почему вы удивляетесь, что мужчина так себя ведет? Он делает все, что хочет, и все. Так, был момент, когда вы не общались, я очень расстроилась и думала, что это тупик. У него был предлог, работа очень занят. А это была правда или нет, что у него был предлог? Я не стала делать резких выводов, хотя было желание. Переждала. Ну, понимаете как, если 2 недели этот срок вообще-то не такой большой. Если у него действительно был на работе, были на работе проблемы, то как бы, ну, нормально. Вам нужно это принять. Почему вам захотелось сделать резкие выводы? Почему было желание? Это передали правильно, а желание-то чего было? Желание-то было все бросить, вы-то боялись оказаться не единственной, и боитесь до сих пор оказаться не единственной для него, правильно? Вот и вопрос, почему вы боитесь оказаться для него не единственной? Какие ваши представления изменятся из-за этого? Что вы будете о себе думать? Какие мысли у вас будут и в каком направлении и почему? Почему вы ожидаете от него именно этого? Далее, значит, ну понятно, что мы провели отличные 2 недели, пожили немного вместе. Я впервые не грузилась с вопросами, а что он ко мне испытывает. Ну правильно, потому что вы вместе и как бы все здорово. Вы получаете то, что вам нужно, и в общем, как бы все нормально, проблем никаких. Вот. Ну так это зависимость, эмоциональная зависимость, вовлеченность. То есть вы нуждаетесь в нем для того, чтобы что-то получить для себя. Вот. Когда мы не вместе, я начинаю грузиться мыслями, что будет дальше. Как его привести к серьезным отношениям или как понять, что он испытывает? Ну, как понять, что он испытывает, это, конечно, вопрос не к нам, а просто, то есть, мы не телепаты. Одно могу сказать, что секс из отношений нужно исключить, если вы не удовлетворены состоянием этих отношений. Одно могу сказать, что вам нужно мужчине четко дать понять, какие у вас приемлемые условия для взаимодействия с вами. То есть, что это за условия?
Что мужчина должен делать, по вашему мнению? Как вы должны общаться друг с другом, например? Что вы должны делать, да, то есть, и так далее. Вот. Это границы, это условия, это такие некие точки входа к вам. И мужчина либо соответствует и хочет быть с вами, либо не соответствует и с вами быть не хочет. То есть, как бы, тут на самом деле все довольно просто, по большому счету. Мужчина может, понятное дело, не выполнять условий, которые вы ему ставите. Ну, или, например, выполнять, но не постоянно. Например, он не может постоянно проводить с вами, допустим, все свое время свободное. Да, он не может с вами быть вместе, допустим, все время. Это нереально. Вот. Но, с другой стороны, если человек постоянно, значит, нарушает условия ваших границ, если человек постоянно вводит вас в зону дискомфорта, это означает, что вы не так сильно его волнуете. И это, в свою очередь, значит, что мужчина, если вами и дорожит, то явно не настолько, чтобы заботиться о вас. Вот. Потому что, ну, забота о вас – это как раз-таки стремление к тому, чтобы вы не испытывали дискомфорт. Понимаете? И вот здесь очень важно, как вы себя будете вести. Если вы знаете, что мужчина, например, просто может пропасть, вот когда, ну, когда угодно, когда хочет надолго, вот вы ему как бы говорите: прости, дорогой, меня это не устраивает, как бы мне это неприятно, я начинаю в тебе сомневаться, как бы где-то, что ты, мы с тобой недостаточно близки, вот, соответственно, извини, как бы, я буду к тебе осторожен, вот, например, секс вот тоже прекратите, не отвечайте, может быть, на его звонки, то есть дайте понять человеку, что вы перестали на него рассчитывать, и посмотрите на его реакцию, то есть не надо давить, может быть, человек такой. Вот. Может быть, это простимулирует его хотя бы вас предупреждать о том, чтобы, ну, что он собирается там попасть. Или, может быть, это простимулирует его как-то объяснять, почему он пропадает. Да? Но параллельно с этим вам необходимо работать над собой. То есть, чего хочу я, что нужно мне, что для меня необходимо, что для меня ценно, что я пытаюсь получить. Вот от этого всего, от всей этой ситуации, как бы, знаете, какая штука. Вот. Мужчину можно простимулировать к серьезным отношениям только выводом его из зоны комфорта и только страхом вас потерять. То есть, иными словами, либо вы от него отдаляетесь, либо вы создаете конкуренцию. То есть вы 5 месяцев, срок небольшой, вместе вы не живете, соответственно, ну, то, что у вас секс, ну, как бы ни к чему не обязывает, да, мужчина не говорил вам «люблю», вы, кстати, тоже не пишете, как вы к нему относитесь, то есть непонятно, к чему вы
хотите узнать о его чувствах, а сами как бы не говорите ему, что вы чувствуете. Это тоже момент, как бы то, что вы хотите узнать, что он к вам испытывает, но при этом не выражаете свои чувства, заставляет меня сомневаться в том, что у вас к нему есть чувства, но именно искренние такие. То, что желание есть с ним быть, да, так что за ним стоит, важный вопрос. Вот. Поэтому вот выбирайте вариант, удобный для вас, и действуйте. И вы сразу поймете, когда мужчина увидит, что вы начинаете отдаляться, если он вас любит, если у него к вам чувства, если он без вас не может, он тут же изменит свое поведение. Если нет, значит, он бросил бы вас в любой момент, когда ему перестало быть это удобно. То есть нужно мужчину как бы спровоцировать на усилия для поддержания отношений ваших. Вот. А вам, со своей стороны, работать над уверенностью в себе и над повышением самооценки. Над повышением самооценки. Потому что вот эти ваши мысли о том, что он там общается с кем-то другим, с кем-то еще, и он мне изменяет, и вот я боюсь, и вот эта вся история, вот, и то, что я ждала и переждала, вот, и потом мы вместе жили немного времени. Это такая довольно пассивная позиция. Вот. Мужчина понял, что он может пропасть на 2 недели, а потом вам что-то дать, да, возместить, и все здорово. Вот. Понимаете? И знаете, что вот вы, когда вот вы начинаете на него давить, ему с одной стороны это не нравится, а с другой стороны вы понимаете, что вы к нему тянете, что как бы он вас волнует. И это еще больше его расслабляет. Понимаете, на самом деле. Вот. На этом все. Надеюсь, помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.